разовая услуга, которую оказали, она получше запустилась и работает. Это работа непосредственно даже не с каждым перевозчиком, а с каждым автомобильным перевозчиком. Поэтому мы такую работу сейчас проводим и собираем технические данные с каждым автомобилем, потому что у нас оказывается, что на некоторых нет ГЛОНАСа даже элементарного. Естественно, все эти данные мы будем передавать и управляющие органы, транспортную полицию. Поэтому процесс это быстрый, он постоянно двигается. Здесь много параллельных еще работ, не только запуск. Программа запущена, но ее наполнение – это полный процесс. Ну, о том, о чем вы говорите, мы знали еще в декабре прошлого года, что нет ГЛОНАСов, что не хотят люди подавать свои данные, потому что они конкурируют между собой. И вы на каждом ПДС мы все время это то же самое говорите. Вы скажите, когда? И все. Я не готов сказать сроки. Программа запущена. Процесс, я говорю, это долгий, и сказать, что недели 2-3 займет, я не готов. То есть этот процесс займет как